Всем привет! Я, в общем, буду кушать холодец. Вот такой вот холодец. Холодец из петуха. Куриный холодец. Вот, холодец из петуха. Куриный холодец. В общем, сейчас возьму батончик. Батончик. Возьму ложечку. Ну, и давайте, друзья, будем кушать его так. Вам так буду держать, чтобы вам было видно. Такой холодец. Вкуснятина. Какой вкусный. Друзья, вкуснейший холодец. Из петуха холодец больше всего нравится, потому что он какой-то совсем другого вкуса. Вот свиной холодец тоже очень вкусный, но из петуха он еще вкуснее. Очень вкусно, друзья. Вообще. Настоящая вкусняшка. Настоящая вкусняшка. Друзья, вообще холодец никогда не надоедает. Я могу его хоть каждый день есть. Очень вкусно вообще. Просто сказочно вкусно. Просто волшебно вкусно. Друзья, знаете, если оценить по пятибалльной шкале, то на пятерочку с плюсом вообще очень вкусный холодец. Реально. Реально волшебно вкусный. Смотрите, какой холодец классный. Про
просто вкуснятина. Просто прекрасно, друзья, это просто прекрасно. Такой насыщенный вкус вообще. Прям вкуснотища. Холодец из петуха. Он то, что вот холодец из петуха, он еще классно тем, что он не такой жирный, как свиной холодец. Смотрите, сколько мяса, друзья, смотрите, сколько мяса. Все, друзья, все я съел.
Все очень вкусно. Холодец из петуха — это вообще обедение. Я говорю, я люблю и свиной холодец, да, но холодец из петуха, он более вкусный. Вот. Ладно, друзья, всем пока, всем счастливо и до скорой встречи.